Мама – первое слово в жизни любого человека, первое, главное и самое красивое слово. Один афоризм утверждает, что мама – это синоним слова «любовь». Другая цитата, что мать – это Бог на устах и сердцах маленьких детей. На каком бы языке вы ни говорили, слово «мама» вам всегда будет понятно. День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году это приходится на 29 число. Узнаем у волгодонцев, помнят ли они, когда отмечается День матери, что самое сложное в жизни мамы. И самое главное, что бы они хотели пожелать каждой маме на земле. Не знаю, мне ничего не сложно. Вы знаете, какой символ Дня матери? Нет. Нет. Что самое сложное вообще в ремесле мамы? Забота, воспитание. Терпение. Терпят нас мамы наши, любимые. Последнее воскресенье ноября. Сложности в любом случае есть. Это переживания постоянные, что с ребенком не так, особенно в первые месяцы. Но главное – положительный настрой, не паниковать, и все будет хорошо. Знаете ли, какой символ Дня матери? Вот цветок-незабудка. Что самое сложное в роли мамы? Терпение. Порой не хватает его? Да, порой не хватает. Что было самое сложное? С этим ничего. С этим уже все, с младшим. Все круги ада прошли уже. У него зубы режутся уже? Да все уже режется. И все режется, и болит, и плачет, и на руки постоянно. С этим ничего, просто оставляла на полтора часа на кухне, готовила, его оставляла, и все. И он никуда не лез, он сидел, играл в игрушки, все. Старший в папу, младший... Получается, мама. Мама, видимо. Тоже постоянно плачет и хочет на ручки. Да. Стрессоустойчивость и здоровье. Это самое главное. Мамам всем. Терпение, чтобы выдерживали нас, своих детей. Ну и всего, в принципе, хорошего. Мама, я люблю тебя, здоровья, тебе счастья. Всего хорошего. Я, конечно, хотела пожелать терпения, счастья. Ну, ребенок это уже и есть счастье. Чтобы здоровья хорошего, крепкого. Ну и детишек, конечно, еще побольше. Мама, я тебя поздравляю с Днем Матери. Спасибо тебе за жизнь, спасибо за детство. Я тебя очень люблю. Счастье, наверное. Радости, улыбок. Ну, терпение, соответственно, когда родят. И за своими детьми ухаживать. Самое главное. Мамочка, я тебя очень люблю, очень сильно. Ты моя опора, поддержка. Я тебя обожаю просто. Будьте мамами, это прекрасно. Бывают нелегкие моменты, но ничего страшного, все оно проходит, все хорошо будет. Я хочу пожелать всем мамам планеты Земля крепкого здоровья. Почаще радуйте своих мамочек, дарите им цветы. Редакция новостного портала «Блокнот Волгодонска» также присоединяется ко всем поздравлениям и желает каждой мамочке семейной гармонии, побольше любви, побольше ласки. Дорогие жители нашего города, если у вас есть такая возможность, подойдите своей маме и скажите: «Мама, я тебя люблю».